Ну и зачем мы сюда пришли? О, Шанти, это особенное место. Ну и чем же? Напоминает какую-то лесопилку. Любая лесопилка когда-то была просто лесом. Это люди уничтожают прекрасные места. Только посмотри, как загадочно прекрасен этот березовый лес. Когда-то он был намного гуще. Но с каждым годом город подступает все ближе. К сожалению, никакая магия уже не поможет этой сказке. Никто из людей еще не был со мной здесь. Только со Спайком мы бродили по разным измерениям. Но я очень хотела, чтобы этот лес увидел человек. Я не знаю, с чем связано это странное желание. Но для меня это очень важно. И я рада, что ты разделила этот момент со мной. Ну, я пока не понимаю, в чем кайф. Сейчас я тебе все покажу. Следуй за мной. Thank you.
хоть мое желание и сбылось. То, что обыденно для одного, для другого порой. Сказка. Как же это все-таки было необычно. Да. Лес таил себе историю одной грезы. А теперь нам пора.